Позвольте познакомить вас с современными подходами к терапии первичной лимфомы Ходжкина, которая основана на риск-адаптированных стратегиях терапии первой линии. Лимфома Ходжкина – Б-клеточная лимфома с реактивным полиморфно-клеточным микроокружением. Заболеваемость не очень высокая, 2,1 случая на 100 тысяч человек в год. Это более 3 тысяч вновь зарегистрированных пациентов в год. В общей онкологической структуре вообще заболеваемость невысокая, однако этим заболеванием пациенты болеют разного возраста, и в большинстве случаев это возраст достаточно молодой, от 15 до 35 лет, и в этой группе возрастной преобладают женщины. В Санкт-Петербурге это более 120 новых случаев лимфомы Ходжкина, зарегистрированных ежегодно, и более 50% случаев – это распространенные 3-4 стадии заболевания. По показателям 5-летней выживаемости они снижены по сравнению с европейскими данными у пациентов за счет того, что часть пациентов все-таки лечится в неспециализированных учреждениях. Хотя в последние годы отмечена преемственность между центрами, и все меньше и меньше пациентов лечится, то, что касается Санкт-Петербурга и Москвы, в неспециализированных лечебных учреждениях. Ну вот по нашим данным, это средний возраст пациентов 33 года. Действительно, больше в популяции первичных пациентов женщин против мужчин. Если говорить о стадиях, то распространенные стадии более 30%. Б-симптомы тоже около 50%. Е-стадия около 15%. Массивное поражение при лимфоме Ходжкина около 25%. То есть эти данные свидетельствуют о том, что набирается достаточное количество пациентов среди первичных больных лимфомой Ходжкина с промежуточным и неблагоприятным прогнозом. И при распространенных стадиях тоже около 30% – это пациенты с международным прогностическим индексом 3 и выше. Б-симптомы, по нашим данным, действительно влияют на показатели общей выживаемости. Они значительно ниже по сравнению с пациентами, у которых нет симптомов интоксикации. И также международный прогностический индекс коррелирует с показателями общей и безрецидивной выживаемости, начиная с 3 и выше. Для ранних стадий, первые, вторые стадии, без симптомов интоксикации, вообще без факторов риска, это группа благоприятного прогноза. По международным и российским рекомендациям рекомендованы, предлагается 2-4 курса химиотерапии по схеме АБВД с лучевой терапией. Два курса возможно, если нет факторов риска, и один или два имеются зоны поражения лимфатических узлов. Возможно проведение 4 курсов АБВД при отсутствии массивного поражения. И также возможно более интенсивные подходы, это у пациентов более молодого возраста, по результатам промежуточного ПЭТ-КТ, это эскалация дозы, переход на проведение 2 курсов биокоп-эскалированной последующей лучевой терапии. И современные подходы при ранних стадиях с благоприятным прогнозом, 10-летняя выживаемость этих пациентов достаточно высокая. Режим АБВД очень удобный, технически, и если у нас до начала курса химиотерапии лейкопения, то это не является фактором задержки или редукции доз вводимых цитостатиков. Режим АБВД считается наиболее оптимальным по соотношению эффективности и токсичности.
Ранняя стадия с неблагоприятным прогнозом, промежуточная группа риска. Здесь рекомендуется проведение 4-6 курсов химии АБВД с продолжением лучевой терапии или же 2 курса эскалированного биокопа. И после промежуточного ПЭТ-КТ возможно обсуждение вопроса на переход на 2 курса АБВД. Возможно также проведение 6 курсов АБВД при отсутствии массивного исходного поражения лимфомы Ходжкина. Неблагоприятные факторы прогноза в каждом лечебном центре свои, но общепризнано это массивное поражение средостения или надальное поражение более 10 см, наличие Б-симптомов, повышенное СОЭ и поражение более 3 зон лимфатических узлов. Ранние стадии с неблагоприятным прогнозом. Здесь первично-резистентное течение отмечается в 5% случаев и раннее рецидивирование в 15% случаев. Но по результатам сравнения эффективности биокопа стандартного или базового и режима АБВД, здесь нет преимуществ по выживаемости свободной от неудач лечения и по выживаемости до прогрессирования. Если говорить о более интенсивных подходах, 2 эскалированных режима и 2 курса АБВД против 4 режимов АБВД, то здесь есть, конечно, преимущества по показателям в сторону интенсивного лечения, по показателям выживаемости, свободной от неудач лечения, и также по выживаемости до прогрессирования, но при этом общая выживаемость сопоставима при этих 2 режимах. Но если сравнивать первичную резистентность и рефрактерность, то она, конечно, ниже в более интенсивном режиме. Распространенные стадии 3-4, неблагоприятная группа прогноза, основные подходы – это интенсивная терапия, ранняя интенсификация и комбинированное химио-лучевое лечение. Рекомендуется 6 курсов АБВД с последующей лучевой терапией или 6 курсов эскалированного биокопа при необходимости с последующей лучевой терапии. И также возможно по результатам промежуточного ПЭТ после 2 курсов АБВД переход на более интенсивные режимы биокоп эскалированный, если в этом есть необходимость. При сравнении 6-8 курсов биокоп эскалированных против биокоп 14, многие лечебные центры наши предпочитают режим в первой линии для распространенных стадий биокоп 14, потому что это менее токсичный режим при, в общем-то, сопоставимых показателях общей выживаемости и также выживаемости, свободной от неудач лечения. В нашем центре мы проводим 6 эскалированных биокопов у пациентов с распространенными стадиями лимфомы Ходжкина. Ну и также по токсичности. То есть наиболее, конечно, благоприятный токсический профиль у режима биокоп 14. При распространенных стадиях возможны комбинации. Это 6 курсов АБВД. В некоторых случаях проводится до 8 курсов химиотерапии. Биокоп 14. Возможен переход с 4 курсов эскалированного биокопа на 4 курса эскалированного базового биокопа при, в общем-то, хороших показателях промежуточного ПЭТ-КТ, и также возможен переход на режим АБВД. Мы после эскалированных биокопов, 4 проведенных при распространенных стадиях, если у нас промежуточный ПЭТ-КТ отрицательный, мы переходим на 4 курса АБВД. И также возможно проведение 6 курсов эскалированного биокопа, и также с последующей, если в этом есть необходимость, с проведением лучевой терапии. По нашим данным нашего центра, лучшие показатели при проведении химиолучевой терапии у пациентов с распространенными стадиями лимфомы Ходжкина
И мы также сравнивали биокуб базовый с режимом АБВД. Преимущество этого режима только по показателям безрецидивной выживаемости. Показатели общей выживаемости сопоставимы. Также мы оценивали количество курсов химиотерапии. Если только проводится химиотерапия при распространенных стадиях, то есть проведение менее 6 курсов, оно значительно ухудшает результаты общей выживаемости у пациентов этой группы. Биокуб базовый значительно более выражена токсичность, как по гематологической токсичности, так и частота фибрильной нейтропении. Также вторые опухоли отмечаются по сравнению с режимом АБВД. Ну и также для этого режима не очень приятное осложнение, с которым мы сталкиваемся, это септические некрозы головки левой бедренной кости у достаточно, в общем-то, молодых пациентов. По мнению экспертов, для распространенных стадий приемлем режим АБВД, также режим биокоп, оптимальным считается проведение 6-8 курсов химиотерапии. Основная цель при проведении терапии первой линии – это достижение полных ремиссий, высокой частоты полных ремиссий, чтобы они были продолжительные. Тогда результаты значительно лучше по сравнению с неудачами лечения, даже если у нас эффект лечения достаточно выраженная частичная ремиссия. Появление режимов АБВД и биокоп значительно улучшило результаты лечения больных с распространенными стадиями лимфомы Ходжкина по сравнению с периодом до появления этих режимов химиотерапии. Однако режим биокоп при всей своей эффективности достаточно токсичный режим. Режим АБВД все-таки, несмотря на свою хорошую переносимость в большинстве случаев, он все-таки ниже по эффективности, чем режим биокоп. При сопоставлении режимов первой линии биокоп эскалированный и биокоп 14 имеют, конечно, преимущество по сравнению с другими режимами химиотерапии. Биокоп эскалированный, биокоп 14 требует обязательной поддержки колонистимулирующими факторами, как профилактически, так и если возникает агранулоцитоз, до того, пока это необходимое введение продолжается. По токсичности биокоп эскалированный значительно выше по гематологической токсичности, по анемиям, по тромбоцитопениям, очень часто требует гемотрансфузии. Пациенты долго находятся в отделении, практически они бывают до следующего курса восстанавливаются. Тем не менее, применение эскалированного биокопа позволяет снизить частоту первичной резистентности у больных первичной лимфомой Ходжкина, улучшает показатели общей выживаемости, и в центрах Германии эскалированный биокоп считается базовым циклом для пациентов с распространенными стадиями лимфомы Ходжкина. Возможности деэскалации режима, то есть переход после 4 эскалированных биокопов на 4 базовых, позволяет при сопоставимой выживаемости, свободной от неудач лечения и общей выживаемости, снизить осложнения у данных пациентов. Также деэскалация, переход с эскалированного режима биокоп на режим АБВД, также меньше токсический профиль и сопоставимы показатели общей и бессаботийной выживаемости. В нашем центре мы переходим после эскалированных биокопов на режимы АБВД, как менее токсичные. Биокоп эскалированный – очень эффективный режим, высокие показатели общей выживаемости, также более низкие показатели первичной резистентности. После 6 эскалированных биокопов, в зависимости от результатов ПЭТ-КТ, не всем нужна лучевая терапия. Возможно также применение снижения дозы после эффективных первых курсов эскалированного биокопа. Но недостатки этого режима – высокая токсичность,
риск вторичных лейкозов, особенно ранних, длительная поддержка колоний стимулирующими факторами, длительная госпитализация и не совсем, и, в общем-то, мы еще не знаем отдаленных результатов, отдаленной токсичности этих режимов химиотерапии. На сегодняшний день выбор программы терапии первой линии лимфомы Ходжкина базируется на анатомической стадии, клинических факторов риска, ну, иногда даже доступности лекарственных средств, выборе оптимальных режимов химиотерапии. Не учитывается индивидуальный молекулярный профиль, ответ больного на лечение молекулярный. И пока еще мы не совсем знаем особенности молекулярно-генетические данного заболевания. Тем не менее, перспективное направление изучения бритоксимаксодержащих режимов стандартными режимами в терапии первой линии, возможности увеличения и уменьшения доз химиотерапии в зависимости от результатов промежуточного ПЭТ-КТ. Основная направленность терапии первой линии – это наименьшая токсичность проводимых режимов химиотерапии и наибольшая эффективность. Это возможно применение рискоадаптированной терапии с учетом международных прогностических индексов, результатов промежуточных ПЭТ-КТ, как прогнозы эффективности лечения и возможности оптимизации дальнейшей тактики. Это возможность сочетания комбинированной химиолучевой терапии, также возможность применения таргетных препаратов, в частности, анти-CD30. Если есть возможность, это, конечно, преимущество обязательно участие, если есть такая возможность, в международных клинических исследованиях. Особая группа пожилых пациентов, где нужно более индивидуально подходить к выбору программ химиотерапии. Если имеется сердечно-сосудистая патология, тогда исключать по возможности режимы с доксорубицином или с блеомицином. Это преемственность между лечебными центрами. Не все центры могут выполнять интенсивные режимы химиотерапии, также терапии второй линии. И поздно передают, в общем-то, пациентов, уже предлеченных, в другие центры. Тем не менее, благоприятный прогноз. Пятилетняя выживаемость у этих пациентов достаточно высокая, частота полных ремиссий у пациентов с ранними стадиями более 90%, с распространенными меньше. Мы пользуемся в последние годы, у нас есть такая возможность, российскими клиническими рекомендациями по диагностике и лечению лимфопролиферативных заболеваний. В 2016 году готовится новый выпуск этих рекомендаций. Спасибо за внимание.